Всем привет! Меня зовут Карина, мне 10 лет, я участвую в проекте «Поезд Мейдел». Я пою уже почти что год. И мультипликация, и робототехника, и сама реабилитация «Поезд Мейдел», а еще я хожу в музыкальную школу барабанить. Сейчас мы едем на съемку клипа. Я думаю, что мы там будем петь, танцевать, играть. Мне кажется, что там будет очень весело. И там будет очень красиво. А вам вообще интересно, какой у нас получится клип? Обязательно смотрите. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы наколдовала много путешествий. Я хочу стать мультипликатором в будущем. Мультипликатор – это тот, кто снимает всякие мультики, делает их, пишет сценарий, потом раскатывает, а потом делает всяких персонажей на свою фантазию. Он может взять сказку, а может делать сам, придумать сам сказку. Мой любимый мультфильм – какой-нибудь кукольный мультик. Я люблю слушать музыку, особенно рок-музыку. Но у меня есть любимая песня, но она не роковая, но все равно она прикольная. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. Я слышу сердце стук и песни, что звучат вокруг. Я пою каждый день по 15 минут. Обязательно участвуйте в таких проектах, это очень прикольно.